Всем привет! Сегодня у нас рецепт на чередование. Это салат из цветной капусты, огурца, небольших помидорок черри. И из приправ мы добавим соль, перец. И у меня здесь замороженный укроп. Можете свежие, даже приветствуются. Это у меня базилик зеленый и фиолетовый, и чеснок. Значит, примерно по весу 700 грамм капусты, 300 огурец и 200 помидоры. Сейчас я покажу, как я все это порежу. Капусту на соцветие, брусочками огурцы и помидоры. Капусту на небольшие совсем соцветия, вот такого примерно размера. Вот так. Огурец примерно, ну вот, сантиметра полтора. Вот такими брусочками. Так, и помидоры мы просто отрезаем плодоножку, и достаточно. Так, овощи мы порезали почти все. Чеснок я просто разделю на там 4 части. Вот такие кусочки. И зелень всю нужно очень-очень мелко порезать. Салат мы назовем по, так уж заведено, по имени автора. Салат будет называться Василий. Все готово, теперь нужно приправить. Я добавлю черный перец. Все здесь уже делаете по вкусу. Ни в коем случае этот салат не пересолите. Солите вот как обычный салат, чтобы вот он был такой, даже, знаете, немного недосоленный. Лучше добавить в тарелке соль, чем, ну, пересоленный вкус, ну, ни к чему. И красный сладкий перец я добавлю. Теперь все это нужно тщательно перемешать. Ну, вообще, в оригинале этот салат нужно убрать в пакет. Я, наверное, так и сделаю сейчас. Все я переложила. Теперь нужно так достаточно свободно завязать и вот так вот все перемешать. Все, это отправляется в холодильник. Я готовлю на ужин. Сейчас 10 утра. И в течение дня я буду периодически перемешивать, и вечером будем пробовать. Итак, прошло примерно 8, может быть, даже 9 часов. Запах стоит потрясающий. Это прям, ну вот просто все такое уже очень вкусно. Я, конечно, уже попробовала. Я даже попробовала через час. Уже через час это было очень вкусно. Поэтому я всем рекомендую, приготовьте. Это неожиданно вкусно, и вы для себя откроете цветную капусту в новом свете. Поэтому всем желаю приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока!